Всем привет! И вы на канале Катрин Никольская, и сегодня я снимаю видео. Опять. Наконец-то. Спустя долгий промежуток времени. Мою экскурсию в Ярославль с ночевкой с моими одноклассниками. Это вообще первый раз я еду куда-то в другой город на экскурсию с классом. А еще у меня новость, я переехала в дом, и я в новой школе. И это мои новые одноклассники, получается. Если вы меня смотрите, привет. Я сейчас собираюсь. Завтра пятница, 12 мая 2023 года. Я собираюсь. Автобус в 7. Погнали собираться. Так как будет 20 градусов и 21 градус, я возьму только толстовку сверху, она очень теплая, очень плотная, очень качественная. Сейчас мы положим книгу «Боги и монстры». Я читала первые две, вот недавно вышла третья, последняя, заключительная часть. Я ее еще не начала, точнее начала. Ну как, знаете, что я прочитала? «Пала мышиная нора». Ну, это, наверное, пролог. Или пролог. Пролог. У меня мама спит. Все. Пока, до завтра. Вы уже увидите меня в 6 утра. Мама сейчас ехала за паспортом обратно домой. Это Лида. Познакомьтесь. Всем привет. Всем привет. Мы будем с ней жить в одном номере. Шортсы, да. Это же сарказм получается? Но это в каком случае? Если ты говоришь, что я, например, могу сейчас попробовать, если ты сам понимаешь, что это фигня, и кто-то тебе говорит, он забыл там было, но это тоже там очень точно плане. Это наша любимая класс-руководительница Мелодея. Какая красотка. О, я уже стесняюсь. Мы очень любим нашу классную руководительницу, очень жалко, что в следующем году у нас ее не будет. Нет, а еще мы просто подлизываем. Мы приехали в усадьбу Некрасова. Миланы Некрасовой. Да. Врал Некрасова? То есть вы не шутите? Нет. Не, Милана Некрасова. Я видела там на табличке, то есть усадьба какая-то там. Н что-то там Некрасова. Ну что, я сейчас описываюсь. Я тоже. Я тоже. Это Соня. А там была Женя. Я хочу писать. Но телефон у Сони, которая стырила телефон у Катрин. О май гад. Мальчики, как настрой? Боевой. Ура. Сейчас пойдем посмотрим.
Милана не красава, то есть вы не шутите? Нет. Не, Милана не красава. Но мне набрала, это не красовская усадьба. Изначально строил какой-то чел, который дальний родственник. Да мне вообще просто. Надо как-то мимо Кэт. Это что, ты понимаешь? Да. Надо как-то все мимо Кэт сделать. Телефон возвращай. Возвращай телефон. Привет, меня зовут Лида, я тоже снимаю влог сегодняшний, так что снимаю влог. Каток, моя любовь. Очень жалко, конечно, что я перестала кататься, и поэтому... Боже, Кэтс. Мы в ресторане на Дарены. Мира. Салат говно. А суп там. А номер два. Это понятие растяжимое. Да. Его корни украинцы. Продадим. Будем бить их головы бывших. У меня нету бывших. И у меня. Завидую вам. У меня никого нет. Ну ладно, да, мы правда обожались. Церковь стоп. Не кажись им плотно. А это Женя одинокая. Одинокая волчица. Вход 70 рублей. Короче, говорят, что татуировка, сейчас вам покажу, она типа на ней вешали людей, но я думаю, что это неэтично в церкви вешать. Людмила Андреевна снимает под бабник. Да, просто. Да. Просто лучше. Просто лучше. Да. Она мне меняет в 9 классе, но вставляет математичку. И хорошо, что она вставляет математичку, потому что она тоже крутая. Да. Но Людмила Андреевна, она у нас историчка, поэтому мы ее будем видеть. Но Людмила Андреевна лучше просто. Ой! А новая классуха будет математичка, но она не будет у нас преподавать. Мы пришли в гости к губернатору на бал. Пожалуйста, на бал и привезите меня на бал. Я умею писать. Сейчас, держите. Это Лиза. Короче, посещаем музей «Музыка и время», потом идем гулять по набережной. Нет, подписчики. Подписчики, я вас люблю! Смотрите, сколько часов. Смотрите, меня там... Знаете, что хочу вам сказать? Что вот это роза. Оцените вот его камеру. Да. Вот эта роза стоит 500 рублей. 500 рублей. 500 рублей. Это 400. 500 рублей. Чё, серьёзно? 500 рублей. 400. Но она мне так понравилась, что я ее купила. Слава из Ярославля. Мы пришли в кафе. Я в кафе, и тут оливье. Тут оливье? Не охуенно. Будешь есть оливье? Да. Ты сейчас возьмешь целую тарелку, захаваешь, еще у меня заберешь. Нет. Тарелку не заберу. Первое, что хочу заметить, что синнабоны очень мягкие. Я потрогала. Потрогала. Я потрогала. Прям очень нежно. Наше второе блюдо. А оливье не доела. Я даже вижу, куда мы будем заселяться. Мармелады. Да, и мне тяжело, мне очень тяжело вести. Смотри, мармелады. Мы вечером пойдем сплетничать. Да. Потому что мы пожрали, и мы сейчас пойдем еще гулять. Мармелады, смотри. Купил мармелады. А есть какая-нибудь рифма на мармелад? Мармеладка
шоколадка. Мне надо плохая реклама. Смотрите, меня... Танцуй! Здесь очень вкусно пахнет. В общем, мы заселились. На третий соседи. Да, снимай меня. Соседи. То, что не знаете, Соню и Женю заселили? Они вообще другие, мы это одни. Так, что нам придется идти вообще в жопу мира? Да. Так, это стол. Это мини-бар. Кровати. Тумбочки. Шкаф. Ну и святая святых, мы еще тут не были. Ну и, блядь, ванна есть. Ну, такое, конечно. Знаете, в чем настоящий кайф номера? В том числе есть вода. Обычная вода. Красиво, не матерись. Ой. Нельзя материться. Меня смотрит дедушка. Я сейчас схожу, пописываю. И ничего. Гомер! Вот это топ. И, конечно же, вот этот топ тоже. Блин, давай. Твою... Кать, можно я как-нибудь Путина. Красиво влезу в кадр такая? Вот. Это Женечка. Грут. Я подарю это Диме. Мы обожаем Мару. Отчим. Блин, а у меня есть... Блин, отчим очень грубо звучит, да? Извини, что я тебя так называю, может, мерзко. Но лучше Кэт просто. У тебя же есть тканевые маски? Да. Если есть, то не я взяла одну. С собой? Одну взяла. С собой? Да. Сейчас я позвоню этой, Лиде. Эти первые минуты просто... Ой, такой миленький. Я тебе, Лиде, позвоню. Желтый. С желтой. Пускай у меня умный. Так бери! Да. Боже. Да. Она вот, короче, гадает. Мы точно будем помнить, что у тебя есть. У меня болит горло. Ну, я выгляжу, конечно, бодрячком. Мы вчера пришли в 2. Я проснулась в 6.50, потому что заходила в туалет. Нет, не в 7, не в 6.50. В 6.35. В 6.30. Проснулась, пошла в туалет, легла, мне холодно, в общем, чувствую себя ужасно. Я сейчас умываюсь, иду за кофе, прихожу, занимаюсь спортом, потому что я худею. Вот. Крашусь, иду завтракать, и дальше у нас новая экскурсия. Блин, я вчера столько наснимала, что не знаю, как это все совместить. И самое классное, ой, самое отстой, что я самый классный промежуток времени, когда мы тусили с девчонками вечером, я не сняла. В общем, я лох. Но ничего, я думаю, нормально. А еще я надеюсь, что меня очень слышно, хотя бы чуть-чуть. Наверное, я пропишу субтитры. Еще я разбудила мою соседку. Идем на разведку за кофе. Сейчас 7 утра. Я очень надеюсь, что есть кофе. Очень это надеюсь. Еще я надеюсь, что никто не встал. Он встал, убежал. Конечно. Бля, посмотри, это просто, это что за мешки? Это... А, мы тусили в этом номере. А, тут у меня. Бар открывается в 7.30. 7.30. О, зато попьем воды. Тогда какой у нас план? Раз кафе закрыто до 7.30. А в 7.30 до 8 у меня тренировка. Ой, сейчас. Эта вода, конечно, что-то очень вкусная. Мы вчера прошли 13 тысяч шагов. Рот, охренеть. А, что говорила? А, ну на завтраке закажу кофе. А еще нам с утра открыли дверь. Кто открыл? А, я карту забыла. У нас уже в третий... Ой, не в третий. Третий раз. Первый раз у нас открыли дверь. Офигеть, вообще не встать. Разбудили меня, и открывается дверь. Я просыпаюсь, такая смотрю, и мне говорят, простите. Я такая, ну ладно. Вот. Потом такая, сейчас, стою, расчесываю, заходит какая-то женщина. Такая, ой, извините, я слегка перепутала.
Вы чё, числа не различаете? Тут без матов просто невозможно. И сейчас заходит третья и говорит, ой, извините, я, наверное, перепутала ключ. Ой, не ключ, а номер. Номер, это какой не номер, а не это проходной двор, а не номер. Все, мы пошли кушать. У нас 3 минуты осталось. Лид, ты готова? Женя, посидим. Все, мы идем на завтрак. Наконец-то. Оказывается, у нас программа. Я думала, у нас 8:30 завтрак, в 9 программа. А у нас, оказывается, 8:30 завтрак и в 9:30 программа. И я зачем-то накрасилась. Доброе. А, во-первых, у нас не оказалось в списке. Ну ладно, погнали. Лида красотка. Короче, в старой школе, когда у нас там есть стадион большой, и, короче, Султан нашел там мусор и откусил его. Ты уже? Да. Ну да. А как моя кастрюля называется? Ну-ка. Чугунок, правильно. Кстати, ну-ка, девчули, напряглись. Какая каша, мать наша? Овсянка. Нет. Ой, гречневая. Греча. Да, за границу не ест, а с 17 века считается национальным русским блюдом. Да, да, да. Держи просто, хорошо стоишь, мне нравится. Так, шарф, мы выселяем. Это вообще не знаю, кто. Короче, вообще никакая не блогер. Вообще не знаю. Какие-то кирпичи. Смотри на улице, попугайчик. В общем, еще жара. Ну, короче, тебе неинтересно, слушай, сейчас расскажу. Вообще, она не блогер, она вообще фиг знает, кто такая, вообще НН какая-то. Я вот ваш... Типа, no name? Да. Прикол в том, что как вырежу. Я... Все твои слова. Да. Слушай, я это... Ой, все, всем пока. Я купила себе огромную шоколадку. Спасибо. Большой твикс карамельный есть. Смотрите. Это что за новшество? Соленый карамель. Кэт, подержи пакет, я в туалет. Спасибо большое. Она очень тихо говорит. Вообще ничего не слышно. Сейчас я вам ее засниму. She's a rich girl from the top of the food chain. Loving material things, kind of... Это ярославское малиновое варенье. Mm-hmm. Я просто закупаю домой еды, mm-hmm. а то холодильник обычно пуст. И ярославский пряник, пряничек. Где на сегодня не считается. Мы приехали в Ростов, и нас будут кормить опять. It didn't mean a thing that she told me I'm the one that she searched for It was hard to believe Умница! Спасибо!
сегодня чекмил. Я это уже говорила, да? Да, не вы сами слышите. Ну, короче, у нас ужин. Потом сейчас будут блинчики на ужин. И сейчас почти 8. Нет, да сейчас 8. И домой 4. 3 часа с половиной, 11 минут. Ну, короче, 4. Плюс-минус 3. 4. 4, ну хорошо. 4 часа. И, короче, в 12-11 будем. Будь здорова. Вон она подтвердила. Всем привет! Я вернулась с Ярославля. И знаете, сколько прошло? Прошло 4 дня. Сейчас 17 число, по-моему. Да, сейчас 17 мая. Я уже смонтировала видео. Мне осталось добавить песни и конец, потому что я записала конец в воскресенье, когда я приехала. Я сейчас смонтировала видео, мне не понравилось. Я там как выглядела вообще, что-то вообще все не очень. И поэтому я сейчас перезаписываю. И, в общем, что хочу сказать. Там я описывала хронологию, в общем, в итоге я обжралась там и дома, вот, мы были в Ростове, потом мы что-то исписывали, но это неважно все. И, в общем, я все сейчас демонтирую и выкладываю, наконец, и, в общем, я очень рада, что я опять занялась блогом, и очень много и. Короче, коротко и ясно. Мне очень понравилась поездка, потому что это мой первый такой эксперимент, когда я выезжала с классом. Надеюсь, в следующем году мы тоже будем выезжать. А сейчас лето, и я перестану со следующей недели ходить в школу, с этой пятницы, если быть точнее. И, в общем, все, я выкладываю видео, ждите. И ждите новые влоги, новые видео, потому что я уже придумала одну точно. Хотите подсказку? Хотите. Я снимаю румтур. В общем, так как я переехала, следующее видео будет румтур. Вот, а дальше посмотрим. Все, всем пока, всем спасибо за просмотр, всех очень люблю. До новых встреч!